солистов, студия новой музыки, дирижер Игорь Дронов. Сергей, скажите, пожалуйста, правильно ли я перевела ваше название, название вашего произведения? Название этого сочинения – это, на самом деле, такой интеллектуальный кульбит. То, что Бодриарку мог назвать симулякром третьего порядка, оно отсылает к двум сочинениям Стива Райха, к Different Trains и к, соответственно, Eight Lines, октету. Но посвящено оно совсем другому композитору. Оно посвящено Лу Андерсону. И, соответственно, вот в таком полилоге между эстетикой двух ревизитивистов континентального европейского и американского и, собственно, моей собственной, и это пьеса и выстроена. Да? Ключевое слово здесь different, как отличный. Отличный от чего-то. Спасибо, поздравляю вас. Спасибо.